ЧП произошло в парке аттракционов в Петропавловске. Карусель заклинила, и она резко затормозила. В результате пострадали дети. Инцидент произошел в разгар празднования Дня защиты детей. Наш корреспондент Екатерина Белоусова побывала на месте происшествия. ЧП произошло вечером в День защиты детей. Парк был переполнен, и аттракционы тоже. Инцидент случился на карусели «Гусеница», которой уже более 16 лет. Вместо плавной остановки вдруг произошло резкое торможение нескольких кабин. В результате пострадали 5 детей в возрасте от 3 до 12 лет. Они разбили носы и губы, некоторым даже выбило зубы. 3 детей было доставлено скорой помощью, и 2 ребенка обратились самостоятельно в сопровождение родителей. Все травмы являются травмами легкой степени, поэтому госпитализированных детей не было. Были ушибы мягких тканей, спинки носа, или ушибленные раны ротовой полости. В местном парке же пояснили, что весной этого года, перед началом эксплуатационного сезона, все аттракционы прошли техническое диагностирование независимой лаборатории. Все неисправности были устранены. Сейчас мы ждем экспертов, которые проверяли наш аттракцион. Они сделают свои выводы. И на основании этих выводов мы будем уже предпринимать какие-то действия. Либо будем ремонтировать, либо будем списывать аттракцион. Пока я ничего не могу сказать по этому поводу. Руководство мира аттракционов также отмечает, что, возможно, факторами, повлекшими инцидент, стала жаркая погода, установившаяся в эти дни на севере страны, и большая загруженность аттракционов в этот день. Сейчас карусель не работает, ведется расследование. Екатерина Белоусова, Рустам Ибраев, Информбюро, Петропавловск.